Добрый день! Сегодня мы вам продемонстрируем перистальтический насос дозатор МДП-200F с комплектом мембранных фильтров. В данном случае, конечно, у нас будет продемонстрирован вам один, будет продемонстрирована скорость розлива. Немножко расскажу про ее изменения. В данном случае можно сюда вставить комплект из 4 фильтров. Естественно, последовательно, друг за другом. Давайте, пожалуй, для начала разольем с вами 100 мл. Скорость я сейчас специально убавил, чтобы он наливал за 5 секунд. Как видите, ровно 100 мл. Теперь мы с вами изменим скорость розлива и поставим минимальную. Просто опять же для того, чтобы вы видели. Минимальную у нас показывает 2-3 секунды. Нажимаем ОК. Я немножко подставлю к тому, что будет брызги. Как видите, скорость розлива уже гораздо выше. Еще раз продемонстрирую. Естественно, конечно, доза немножко изменилась. Надо машинку откалибровать под данную скорость. Но сам факт, что машина может очень быстро разлить вам 100 мл. Спасибо, до свидания.